Всем привет! Очередной обзор посылочки из Китая. И сегодня такая мелкая покупка, но довольно-таки нужная. Надеюсь, что мне понравится, потом в отзывах отпишусь. Это шнурки для обуви. Заказала три разных цвета. Коричневый, белый. Коричневый идет с белыми такими вот точечками. Белый идет с черными. И черные шнурки просто. Черный шнурок. Длина самого шнурка 1 метр. Соответствует вот на концах вот жесткий край. Так, потом идут вот такие. Ой, убежал зажимы на шнурок. И вот такие. Шнурок идет растягивающийся. Почему заказала? Удобно, к примеру, в те же кроссовки. Один раз поставить шнурочки, закрепить, и все, можно обувать, не завязывая каждый раз. Вот, в принципе, думаю, будет удобно. Стоит комплект этих шнурков $1.96. Продавец отправил быстро, посылка пришла меньше, чем за 2 недели. Ссылочку, как всегда, я брошу в описании, можете переходить, посмотреть. Так, вот я взяла, к примеру, свой кроссовок, и обычно как захотели, так и вплели сюда шнурок, то есть обычная шнуровка. Дальше вот эти хвосты берем, зажим, прижимаем и вставляем шнурки, один и второй. Вот так. Так, дальше протягиваем вот где-то здесь через шнурок, как показано у них на рисунке, наши шнурки. И дальше отрезаем нужную длину и затем вставляем вот в эту защелку. Я в данный момент отрезать не буду, так как шнурки я не для этой обуви купила. Так, ну вот так оно примерно так должно смотреться. Вот, и защелкиваем. И потом этот хвостик остается здесь. В итоге потом, когда вы в следующий раз обуваетесь, вам не нужно заново все расшнуровывать, так как эта резинка, вот видно, растягивается. Просто всовываем ногу. Можно, если что, тут подтянуть немножко, вот отпустить немножко. И снова затянуть. Ну, как-то так. В принципе, неплохо смотрится. Когда буду носить, я, конечно, оставлю комментарий по этому поводу. Ну, а так прикольно. Далее, когда будем обувать в следующий раз, да, немножко вот так отпускаем, обуваем, затягиваем. Вот. И шнуровать каждый раз не нужно. Думаю, это будет очень удобно. Ну, попробую. Потом в комментариях обязательно скажу, понравилось мне или нет. Ну, я уже вижу, что мне нравится. Ссылочку, как всегда, повторюсь, в описании. И смотрите мои другие покупки, мои другие видео. Всем пока-пока!